Всем доброго времени суток, с вами Курамыч, предоставляю вашему вниманию седьмую часть сюжета «Наруто Прародитель Мира». Набираем 300 комментариев и 700 лайков, и следующая часть не заставит вас ждать. Толян, запускай интруху. С появления Узумаки на поле боя прошло 3 месяца, а кукольники стали сдавать позиции и постепенно отступали к основным силам. Но они отступали в ловушку, созданную Тобирамой и его командой. Если ловушка захлопнется, то Суна лишится своего главного оружия – кукольников. Кукольники на поле боя – это универсальные бойцы. Один кукольник заменяет десяток чунинов или пятерых джунинов. А их яды могут скосить целые дивизии шиноби. Как я и говорил раньше, основные силы Суны были уничтожены Тобирамой, а Цурика был убит Хаширамой. Кукольники поняли, что идут в ловушку, решили сдаться и подписали мирный договор. После командира отряда кукольников-шамана Гоцучи выбрали новым Кадзикаге, и уже тот установил с Конохой торговые соглашения и пакт о ненападении. Суна проиграла войну, что сильно ударило по армии Ива, но они не растерялись и решили установить мир. Коноха потеряла в этой войне около 1500 шиноби и около 600 бойцов разных кланов, что сильно ударило по ее военной силе, и только наличие Узумаки за спиной не развеяло. И только наличие Узумаки за спиной не развязало Иве руки для ее уничтожения. Как ни прискорбно было, но Хаширама погиб от объединенного нападения Кенкаку Бутай и Какузо. Последний был убит. Тобирама хотел пойти мстить за брата, но это дело взял Мадара. И в конце также был убит, но Кенкаку Бутай был уничтожен. А новым главой клана Учиха стал Цинику, сын Мадары. Коноха потеряла в этой войне около 1500 шиноби и около 600 бойцов разных кланов, что сильно ударило по ее военной силе, и только наличие Узумаки за спиной не развязало Иве руки для ее уничтожения. Как ни прискорбно было, но Хаширама погиб от объединенного нападения Кенкаку Бутай и Какузо. Последний был убит. Тобирама хотел пойти мстить за брата, но это дело взял Мадара, и в конце также был убит, но Кенкаку Бутай был уничтожен. А новым главой клана Учиха стал Цинику, сын Мадары. Я наблюдал за этим делом через огромный шар Гамамаро. Вот смотри, Гама, начал я. Коноха победила, но потеряла двух сильнейших шиноби в мире. Ну, Наруто, это жизнь, а Хаширама бы так. Умер, его техника регенерации отнимала много жизненной энергии. Так что ему оставалось лет 5-7. Подытожил Жаб, затягиваясь трубкой. Я тоже чувствовал, что его организм быстро сореет, прокидывая в себя чакру Сакэ, проговорил я. Что теперь, Наруто? Спросил меня Жаб. «Наблюдаем, Гамма, наблюдаем», — снова затянувшись, сказал я. «Как я и полагал, через пару лет Ива возобновила войну, а вот Коноха толком не оправилась, и эта война была для них тяжелой. Мои болванчики». Узумаки тоже особой роли не играли, их быстро смели. Вот тут-то и погибает Тобирама, а его место занимает Хирузен. Но Ива быстро поняла, что дальше смысла воевать нет, их задача была ослабить Коноху. И они это сделали. После чего они подписали мирный договор, и каждая сторона ушла зализывать раны. После войны Хирузен назначил новых советников Цинику и Хитари и начал политику мира во всем мире. Но особых успехов это не приносило. В кланах после войны оставалось довольно мало боеспособных ниндзя, и главы решили усилить рождаемость, что у них и получилось. А Хокаге был рад. Также родились очень значимые лица в моем мире, а именно Цунаде, Орочимару и Джирайя. Если у Цунаде был клан, а у Орочимару родители, то у Джирайи мать умерла при родах, и Хирузен взял его под крыло. Джирайя был очень способным, но его безрассудство было его проблемой. А наблюдение за Хирузеном за купальнями через его шарик сделает из него знатного извращенца. Ближе к 3 годам Хирузен стал учить Джирайю метать кунаи и сюрикены, что давалось тому очень хорошо. А вот контроль шел с трудом. Но с этим ему на Жабьей горе помогут. В 4 года Хирузен решил определить его стихии и довольно-таки приофигел 4 стихии сразу. Это очень редкое явление. Но основные – это Дотон и Катон. В 7 лет он поступил в академию и познакомился с Орочимару и Цунаде. От последней сразу получил за полицу, за плоскодонку. В академию он халявил, но отправлял клонов, как и Орочимару. Они вообще закадочными друзьями стали и бегали по купальням. А Сарутоби смотрел за ними в его шарик. Ну вот они закончили Академию экстерном, и Хирузен взял их команду к себе.
Вот тот момент, которого я ждал. Хирузен учит их призыву, и пуф, все исчезли. А Хирузен решил отдохнуть и достал свой шарик. Жабья гора. «Пошли, Гамма, встречать ученика!» – махнул я жабу. «Загонял старика!» – прохрехтел жаб. «Да иди это место падения Джирайи, и мы увидели его перепалку с Гаммабунтой». «Да ты мелкий, я тебя одной левой!» – крикнул Бунт и ударил по Джирайи. «Промазал, сделав сальто!» – крикнул он. «Успокоились!» – крикнул я на них. «Наруто, он меня обижает!» – состроил Бунта грустную мину. «Ничего, Фукасаку ему задаст!» – посмотрел я на Джирайю. «Ты как тут оказался?» – обратный призыв тихо приговорил он. «Ладно, Бунта, отведи его к Фукасаку, а мы позже придем». «Ладно, залазь, мелкий», – сказал он Джирай, и тот залез. «Держись!» – крикнул жаб, и они ускакали к дому Фукасаку. «Ну что думаешь?» – поинтересовался я у Гамма, затягиваясь трубкой. «Это гораздо удобнее, в нем больше потенциал». «В нем большой потенциал», – пыхнув трубкой, сказал Гамма. «Посмотрим, Гамма, посмотрим», – сказал я, и мы двинулись к дому Фукасаку. Там уже был ужас, Шиза. Пыталась накормить Джираю своими блюдами, а отмахиваться от нее уронил тарелку с запечатанными жуками. И я даже заметил, как Фукасаку помолился. «Шима, принеси мне своих жуков», – спасал я Джираю. «А, конечно, Наруто-сан», – квакнула жаба и ускакала в дом. «Шима, единственная, кого мне не удалось отучить от вежливых суффиксов с моим именем». «Ну что скажешь, Фукас, сможешь обучить?» Указал я на Джирайо. «Попробуем, подпиши контракт и возвращайся пока в реальный мир». Квакнул жабы, достал свиток, быстро написав свое имя Джирайо, отправился домой. «В нем огромный потенциал, будем развивать», — сказал Фукасаку. И мы все дружно пошли на ужин к Шиме. Джирайо вернулся через неделю. Хирузен сначала не хотел его отпускать, но, услышав мое имя, передумал. Обучение решили начать прямо сейчас. Для начала Фукасаку проверил его объем чакры. А после Тайн, Нин и Гензюцу, как только его все удовлетворило. На освоение водопада у Джирайо ушло пару месяцев. Дошли. Дальше пошли медитации и развитие контроля. В медитации Джи увеличил контроль в несколько десятков раз, что позволило ему перейти к пикам. Но вот тут у него ушло около полгода. Последний этап был освоен за 3 месяца, и в итоге Джирайо стал Санином. Также он решил обучиться жабьему тайзюцу, на который у него ушло полгода. Обучение Джирайо закончил к 17 годам. А так как зреет новая война, то и было присвоено звание Джунина. Я тоже решил проведать водовороты Хирузена. Коноха встретила меня, готовившейся к войне. Не став медлить, я телепортировался. Оказавшись возле кабинета Хокаге, я постучал. Зайдя в кабинет, я увидел старейшины Хирузена, строивших план войны. «Здравствуйте, господа хорошие», – помахал я им рукой. «Здравствуйте, Наруто Дано». Поздоровались все трое. «Ну что тут у нас?» – посмотрел я на них, а они указали на карту. «Кума и Кири решили объединиться, им нужны наши земли близ страны Мороза», – устало проговорил Хирузен. «Металла и руда?» – скептически я на них посмотрел. «Да, закончился Хирузен и Цинико. Вашей силой», – пыхая трубкой, поинтересовался я. 6000 джунинов, 3000 чунинов», – сказал Хитари. «Нехило», – заметил я. «У Кума и Кири около 20 000 шиноби против 10 000 наших», – сказал Хирузен, поднимаясь с кресла. «Узумаки помогут», – заверил я их. «Это хорошо, 1000 узумаки равно 2000 чунинов», – сказал Хирузен. «Я переговорю с Акариной», – бросил я и исчез. Деревня Водворота, кабинет Узукаге. «Наруто, ты хочешь дать Конохе в распоряжение 500 узумаки?» – спросил меня Узукаге. «Да», – пожал я плечами. «Хорошо, если ты так считаешь, я дам распоряжение», – сказала Карина, но тут вошла Мита. «Папа, Наруто», – поклонилась она мне. После смерти Хаширамы она вернулась в водоворот. «Что такое, Мита?» – спросила Карина. «На границе страны видели отряды Кума, Ивы и Кири», – сказала встревожена Мита. «А Карина, ты и я идем туда, Мита, повести всех джунинов, чтобы те готовились к вторжению», – проговорил я. «Хай», и она испарилась шиншином. «Думаешь, вторжение?» – спросила Карина, беря меня за руку. «Сейчас узнаем», – ответил я перед тем, как исчезнуть. Оказавшись у границы, мы сразу направились к командирам отрядов. Примерно 3000 джунинов и чунинов были в общем лагере. Дойдя до командирской палатки, мы вошли внутрь. «Имена, звания и цели пребывания у границ страны Водворота?» – спросила Карина. «Хозуки, Кидзо, Джунин, цель – переброска сил Киригакури к границам Конохи». За ним повторили остальные командиры. «Стоп!» – замахал я руками. «Я думал, ваша цель – Страна Мороза». «Нет, наша цель – ослабление Конохи», – сказал командир отряда Кума. «Ясно», – махнул я рукой.
«То есть вы не вступитесь на стороне Конохи?» – спросил командир Иве. «Нет, но если пострадает водоворот, я вмешаюсь, усекли!» – зыркнул я на них Ренегана. «Понятно», – проговорили они в пустоту. После таких новостей Акарина отправил в Коноху около 600 джонинов С-ранга. Это чистые звери, но слабее Юри, куча разных печатей, барьеров и ловушек. Огромное количество чакры и многое другое, один такой Узумаки равен десятку джонинов любой скрытой деревни. Всего в деревне находится около 30 тысяч жителей и 4 тысячи из них шиноби. А остальные 9 рьонины, кузнецы, травники и простые жители. Также у Акарины и его семьи была личная гвардия. Сотня Узумаки уровня джонин СС ранга. А вот эти могут потягаться с Юри, но недолго. Начало войны не заставило себя ждать, через неделю объединенный лагерь возле границы исчез, а отряды двинулись в сторону Конохи. Отряд Узумаки прибыл ровно за сутки до нападения. Хирузену я сообщила о дезинформации, и тот вовремя отозвал войска от границы со стороной Мороза. Так что Коноху укомплектовала Узумаки, была готова к войне. А я снова стал наблюдателем. Объединенные отряды трех деревень были встречены ударом 10 тысяч шиноби и отброшены на территорию травы и дождя, где и были уничтожены. Для скрытых деревень это был шок, но это их заставило развернуть полномасштабные боевые действия. Суна осталась нейтральной, первые недели войны были за Конохой, но со временем она стала сдавать позиции. Хирузан отправил на войну свою команду, а сам пока решил не вмешиваться. Узумаки просто сносили позиции объединенных деревень. После полугода ожесточенных боев Кири выбыла и выплатила Конохе 5 миллиардов рё. Джи и Ко получили титул сусанинов, но Ханза они убили. А вот после реально пошла жесть, за полтора года войны выбрал Кума и опять из-за Узумаки и санинов. Они сговорились и просто разнесли силы Кума в клочья. Ива была самой стойкой, даже санины чуть не погибли, но время до подоспевшее подкрепление спасло их. Ива держалась еще 2 года, но и она не выдержала напора Узумаки. В итоге Коноха в этой войне потеряла всего 1000 бойцов, а Узумаки вообще без потери. Также Коноха получила 10 миллиардов рё, а водоворот получил 7 миллиардов. Ох, чую я, что аукнется эта война водовороту. Я решил навестить Хирузена и забрать Джираю, оказавшись возле кабинета, я постучал. «Оклемался Хирузен?» – спросил я Хокаге. «Наруто Дано, ваши шиноби это нечто!» – с восхищением смотрел на меня Хирузен. «Я знаю, но я пришел за Джирайей, садясь», – сказал я. «Зачем он вам?» – пыхая трубкой, спросил Хирузен. «Он давно хотел перебраться на Жабью гору, да я сам там живу», – проговорил я. «Хорошо, я отправлю его в длительную миссию СС плюс ранга», – сказал Хирузен, доставая свиток. «Отлично, думаю, он будет рад», – проговорил я и исчез. Оказался я возле дома Гамамару. Навстречу мне скакал Бунта, а за ним Шима с черпаком и кричала, что она его не... Оказался я возле дома Гамамару. Навстречу мне сказал Бунта, а за ним Шима с черпаком и кричала, что она его на суп пустит. «Наруто, спаси меня!» – спрятался за меня жаб 14 метров в росте. «Что случилось?» – спросил я у него. «Я отказался есть ее еду, а Фукасаку только молился, испуганно квакал он, наблюдая за злой жабой. «Шима, покорми меня!» – начал я спасение Бунты. Еда Шимы была довольно вкусной, почему Джи не хотел есть, задавался вопросом. «А, Наруто-сан!» – вмиг успокоила жаба и опустила черпак. «Конечно!» – квакнула она и ускакала в дом. «Должен Бунта!» – посмотрел я на жаба. «Конечно!» – квакнул жаб. А я решил поспать и ушел в дом. Джирайя прибыл через пару дней, очень довольный. «Ты чё такой довольный?» – спросил я у него, пока он распаковывался. «Дали долгую миссию, а оформили как ССС плюс ранг. Так что за нее мне перепадет много денежек», – потирая руки, говорил он. «Куда тебе столько?» – спросил я его. «Девушки», – пожал он плечами. «Извратил тебя, Хирузен», – покачал я головой. «Это да, но тут свои плюсы», – и начал мне перечислять. Так наш диалог затянулся на долгие 3 часа. Шима, покормив нас, уложила Джи спать. Вот прям как маленького ребенка, так и мы жили целый год. А после случилась Кушина и Мината. Я недоумевал Джираю взять Мината в ученики, а сам отправился в водоворот за Кушиной. Боже, это просто милота в женском обличии, красные волосы и круглое лицо, прям мечта. Интересно, кто у них родится, вдруг я, очень интересно будет. Кушину я перезвук Коноху, так как Хирузен просил мастера печатей, а сам переселюсь рядом. Как я и говорил, после переезда Кушина в Коноху на водоворот напали, конечно, барьеры сдерживали, но жители попугали знатно. Поняв, что водоворот им не взять, а всех лазутчиков убили, они бросили эту затею.
Кучина быстро училась и к 3 годам кунаими и сюрикенами выбивала 8 из 10. К академии она была достаточно развита, а Фуин стала подмастерьем. Кстати, ее обучал наставник из личной гвардии Карина. Все-таки племянница, хоть и в 3-м поколении, но да ладно. В академии она завела дружбу только с Микото, Фугаку и Минато. А вот последнему явно не дружбу, но ей пока рано. В академии все было обыденно, ее обижали, она била сильно. Вот уже конец академии. А куда попадет Кушина? Правильно, к Джирайе, а их команда необычно, Фугаку, Микото и Минато. Это было просто. Флешбэк. Но Наруто Дано, зачем нам такая команда? Пыхая трубкой, спрашивал Хирозе. Это же шикарно, начал я жестикулировать. Один Узумаки — это куча печатей, два Учихи — это просто одним словом мощь, а Минато — мозг. Но почему Джирайя? Не унимался Хирозе. Если он совратит их, я ему лично яйки откручу. Да, и Шиноби он сильный, пожал я плечами. Ладно, Наруто Дано, но под вашу ответственность, подписывая бумаги, сказал Хирозен. Конечно, Хирозен, сказал я и исчез. Конец флешбэка. Джирайя воспринял новость лучше, чем я ожидал, а вот Минато занервничал. Но я его успокоил. Тренировки их проходили отлично, на опасных миссиях я их сопровождал. Вот и чунинские жилетцы получили Фугаку, и Минато стали часто пропадать на миссиях. А после получения от джунинов сделают своими девушками предложение. Джирайя сразу после сдачи экзамена свалил с родствия. И ищи его свище. Но я-то его на Жабьей горе вижу. Рычимару живет и радуется, еще Цунада предложение сделал. И та согласилась. Видимо, из-за этого Джирайя и свалил, а я решил наведаться к Шинигами. В светлом месте. Наруто, не надо лезть к смертным, умолял меня Шинигами. Давай так, я влезаю и отправляюсь к Кагуе и детям, начал я торок. Нет, отрезал Шинигами. «Почему? Я же не хочу быть наблюдателем!» Отвернулся я от него. «Надо, Наруто, надо! Давай так, я внушаю людям, что войны — это зло, и все должно жить в мире. А за это я решаюсь бессмертия, продолжал я наступать». «Нет, он как стена, но устал я уже. Ты сам согласился, троллил он меня. Пожалуйста, начал я. Нет, пожалуйста. 1000 пожалуйста спустя». «Ладно, да я уже устал порядком от бесконечного потока душ», — согласился он. «Но я хочу посмотреть мельком на свою мелкую копию», — настоял я. 20 лет тебе, а пока я договорюсь», — махнул он рукой. «С кем?» — недоумевал я. «Рано». «И меня выкинуло в реальный мир». «Вот ведь хрыч», — сказал я. «Я все слышу. Блин, он еще и слышит мои мысли. 20 лет, 20 лет», — думал я про себя.